Александр Юрьевич передал. Говорит, что-то не работает привод. Сейчас посмотрим, что же не работает. Немножко поломался, наверное. Интересное кино. Тут еще и болото было, затопило его, вода попадала. Так. В любом случае выпаивать, потому что надо собрать правильно. А оно тут уже перекручено. Проверим платку. Так. Много нитик. Ферритик. Шайбочки. Много интересного. Стоит криво. Почему он стоит криво не до конца? О. Так, ну хотя бы крутит, уже хорошо.
посадочная раздолбана полностью, надо менять и плату, и прокладку. Еще и выработки от крепления. Стоящие элементы они все положили. Что-то я болтиков не вижу вообще. Просто их нет для крепления. Ну, нормально. Вон залезли, посмотрели, что к чему. Сначала электрикой. Так, вытаскиваем его нафиг. В пазы попасть бы. Ну, шестерня нормально, уже хорошо. Так, линейку мы сейчас установим, все дело. Подразваниваем. И потом соберем как положено. Да. Так, корпус целый. Лифт минимальный. На корпус, на корпус. Так, что тут с этим самым? Так, щеткам конец, щетки менять придется. Я бы даже сказал, что щеток практически нет. Да уж. В общем, будем делать. Итак, начнем со щеток. Есть вот такие вот более-менее живые щетки. Вот их и будем соответственно, будем менять вторую.
окна. Зубочисточка. Да что ж такое? Опа, заклинило. Так, одна есть, а вторую. И расклиниваем. Чпунк. Вот. Теперь будем вставлять. Так. Чуть-чуть. Эть. Чуть-чуть. Эть. Так, теперь будем вставлять на место подшипник. Вытаскиваем. Так, выставилось. Замечательно. Так, теперь прокладочку. А я думал, что у тебя маргарит. Нет. Слушай, смотри, что произошло. Где же тут? Еще одна должна быть, а ее нет. Ну, к сожалению, ее и у меня нет. Поэтому будем ставить без прокладки. Шпильки положили. А что, только одна? Поставили. И, соответственно, гаек тоже нет. Гайки.
ящик, ни саморезов, ничего нет. Так. Только закручен бухнарь. Так. Дальше будем прикручивать стойку. Который у нас на один болтик поставили. Теперь саморезик. Так. Все. Замечательно. Теперь надо попасть в пазы. Ага. Теперь надо выкрутить стойку. Либо же вот это вот дело снять. Просунуть. Так, в пазы попадаем. Не видно. По диагонали.
замечательно. Теперь можно паять плату. Так, а устанавливать мы будем лодку сюда. Проверим рабочую. Так, стык. Так, распаяли. Будем паять и герметизировать. Итак, будем паять все это дело. Так. Первым делом будем паять красный. Теперь будем паять черненький. Подмудить его надо. Тоже нужно будет подлудить. Замечательно.
пока накинем крышечку и промоем его теперь. Чище стало. Даже снова ничего себе. Ну и попробуем тестер. Так. Наверное, разрядился. Знаем другой тест. Так, тут у нас пятерочка. Откидываем. Ничего. Какая жаль. То есть он вообще даже бесшумно так работает стал. Гениально. Отключился. Теперь здесь. Еле слышно, как работает. Замечательно. Чудесно. Сейчас выдвину и при отключении помоем шток. И можно будет отдавать. Сейчас уже отключится.
получился. Крайние точки он видит, поэтому проверим еще на проводке и вернем владельцу. Так, заезжаю обратно. До полного отключения. Так, сейчас уже концевик сработает. Все, требовалось доказать.